Вот такая дырочка. Отсюда она. Вот у нас 105-й дом по университетской набережной. Все очень близко, все очень рядом. Я сначала думал, вода мутная, там что-нибудь стекает, грязь там, ну, с берегов, наверное. А нет, вот она, ливневочка, которая тефтелевыми чистится. Она у нас попадает в реку Миас. Вот прям в Миас попадает, а там все черненькое, вы уже видели. Вот граница красоты и некрасоты.